Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра American Truck Simulator или что-то типа такого. Ну, в общем, мы дальнобойщик в американских реалиях, и мне нравится представлять, что я, знаете, такой русский приехал на заработки, каким-то образом получил лицензию дальнобойщика и теперь зарабатываю свои кровные доллары, мани-мани на американских дорогах. Игрушка на самом деле очень прикольная, и когда-то давным-давно, когда я только начинал стримить, я сделал несколько стримов по этой игре. И буквально недавно в распродаже в Стиме увидел Euro Truck Simulator за 107 с чем-то рублей. Я такой, вау, дешево, куплю-ка, погоняю, круто, я помню, же было круто. Все, покупаю, начинаю ездить и такой, блин, тут же куча модов, надо... А, типа, куча добавлений, надо их тоже получить, добавить. И вот здесь вот я понял, что за них еще нужно будет выложить кругленькую сумму, и это меня очень-очень-очень сильно опечалило. И... ну, прям даже заставило грустить, я бы так сказал. И с этого момента я такой думаю, ну и черт с ним, пойду скачаю пиратку American Truck Simulator. Поэтому, ребята, если вы захотите тоже скачать пираточку American Truck Simulator, ссылочка в описании на группу ВКонтакте, проходите, не забывайте подписываться и обязательно найдете ссылочку на скачивание. Там в альбомах прям можно увидеть это все. Увидеть игру, ну и там в описании будет ссылочка. Очень все просто. К чему же вот это видео? Оно не будет недолгим. Сейчас давайте я поставлю, выйду на крейсерскую скорость 89 км в час, при том, что меня сам полицейский обгоняет на более высокой скорости. Так, давайте здесь немножечко еще вот так вот добавим, потому что я не вижу. И расскажу, в чем смысл. Ай, красавица, красавица, машина любви. Ну, в общем, да. Как же не купишь новый грузовик, и в первую очередь ты на что тратишь все деньги? Конечно же, на красочку, на клевый внешний вид. Ну, в общем, что же. Вообще, я хочу сделать стрим по этой игре и вот эту вот тему русского дальнобойщика продолжить. И наверное, с пивком, с кальянчиком. О чем мы так медленно едем? Алло. Почему мы так медленно едем? Серьезно, что ли? С пивком, с кальянчиком уже продолжить именно на стриме. Да, ребят, хочется поездить, с вами поболтать, потому что игрушка такая, знаете, она дорога, да, дорога, шум двигателя, шелест шин, сигнал других автомобилей. Это все наводит на общение. И мы с вами будем общаться на этом стриме. Я буду рулить баранку, а вы, как мой друг, которого я возьму, наверное, с собой в путешествие, будете со мной общаться, задавать какие-то вопросы на стриме. Я на них постараюсь отвечать, и вести какой-то диалог. Так что, если вам нравится такая идея, в принципе, давайте пишите в комментариях. Посмотрим, что из этого выйдет. Обязательно ставьте лайк, не забывайте. Мысль давно уже такая ходит, и вот, собственно, когда я скачал, я тут захожу в эту игру, и один мне хватает всего лишь на один груз, я его довожу, зарабатываю себе денежку, и на данный момент я уже заработал на первый грузовик с кредитом. То есть я купил за 100, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 100 с чем-то, да, 100 там, 120 тысяч, по-моему, первый грузовик, который смог себе приобрести. У меня сейчас 7-й левел, если я не ошибаюсь, давайте посмотрим. Да, 7-й уровень. И, ну вот, катаемся, да. То есть на 10-м уровне там больше всяческих приблуд появится для грузовичка. И модернизировать его можно тоже до бесконечности. Так что вот будем над этим работать. Ну и хотелось вот бы тоже как бы провести стрим. Потому что на стриме приятно в такие игры играть. Почему? Да потому что от меня не очень много требуется в самой игре. Да, и очень много времени я смогу уделить вам. То есть зрителям. Поэтому, если вам нравится хорошая компания, хороший диалог, интересные темы, ну и хорошее общение, конечно же, если вам не будет нечем будет заняться, то приходите обязательно на стриме. И я сейчас вот уже говорю не только о дальнобойщиках, да. Я говорю вообще о всех стримах, потому что, ну, честно, для меня, я сам стримы смотрю, да, то есть я сам смотрю стримы часто, особенно тогда, когда я работаю, допустим, дома. То есть это, как правило, ночное время бывает. Я включаю чей-то стрим,
желательно прямой эфир, ну или запись, если ничего хорошего не нахожу, и просто смотрю. Если прямой эфир, даже задаю тоже какие-то вопросы, участвую в диалогах, это довольно-таки интересно. Понимаете, как будто ты создается какое-то ощущение компании, в которой ты присутствуешь, да, и можешь поделиться какими-то общими мыслями или еще что-то типа такого. И это довольно-таки интересно. Поэтому, ребят, советую ходить на стримы. Не обязательно мои, я уже тут вот забываю добавлять. Вы можете приходить и на другие стримы, искать людей, которые вам интересны тем или иным образом, по тем или иным аспектам. Что говорить про игру Euro Truck Simulator? Единственное, вот все хорошо. Виды красивые, серьезно, виды красивые. Очень интересные грузы некоторые можно вести. Сами грузовики очень прикольные, да, то есть американские вот эти вот красявушные, да, ну вот, вот они вот такие вот прям, ну, то есть, ну, мощно смотрится, реально мощно смотрится. Все это круто, но единственное, что не хватает, это вот духа GTA. То есть, вот серьезно, знаете, я бы очень сильно хотел бы выйти из грузовика, там, когда его припарковал, выйти из грузовика, пройтись там, да, то есть зайти в контору, отдать там бумаги, взять новые, пойти там, не знаю, подраться в баре, потратить денег на женщин легкого поведения, выпить пару коктейлей, сесть за руль и дальше поехать. Понимаете, да, мою мысль? То есть открытый мир бы хотелось видеть, но я понимаю, есть у каждой игры есть ограничения, да, без этого никак, иначе бы давным-давно уже были такие огромные открытые миры. Здесь в данном моменте вот в этом American Truck Simulator стоят, по-моему, все DLS, которые выходили на American Truck Simulator. Куда ты на обгон ты идешь? Ну куда-то, чтобы упереться, что ли? Так что получится, наверное, интересно. Тут есть очень интересные грузы, такие длиннющие, просто вообще огромные, тяжелые грузы. Тоже вот интересно их повозить. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. И вот, как бы, я даже делал видео по этой игре. Ну, они... Я понял, что я сделал пару или два или три видео, но я понял, что они не очень заходят, потому что контент... Видели, трава растет на асфальте. Потому что контент здесь такой, ну... Как бы это сказать? Тут можно тестить грузовики, показывать какие-то моды, да, то есть показывать, рассказывать о каких-то грузовиках, о преимуществах этих грузовиков перед другими или наоборот, насколько они лажовые и тому подобное, какие-то тактики. Но так как я в эту игру не играю профессионально, да, то я и не могу поделиться вам с вами каким-то величайшим опытом в этой игре. Здесь я только могу поделиться своими мыслями вообще обо всем, да. И вот как раз таки такие видео, они не зашли, то есть, типа, оу, ребятки, давайте поехали, сегодня мы провезем груз и тому подобное. Ну, вот это не очень интересно. Здесь же сегодня это такое видео знакомство с игрой, да, то есть я все-таки люблю эту игру, хоть и не часто в нее играю, но атмосфера здесь потрясающая. У каждого, наверное, мальчика, мужчины есть вот это желание посидеть в грузовике, порулить этим грузовиком, и игры нам дают возможность этим позаниматься, хоть и в таком, ну, в каком-то в казуальном виде, потому что нет руля у меня, допустим, я на клавиатуре управляю, и, ну, вы понимаете, да, то есть был бы руль педали, было бы еще круче, но все-таки. Так что говорить о том, чтобы снимать видео, конечно же, нет, ребят. Это я уверен, что кто-то напишет: а, давай, снимай по этой игре. Конечно, кому-то может понравиться, но мы говорим об общей массе, да, то есть, о некоторых людей, да, то есть, так что имейте это в виду, когда высказываете, типа, давай снимай ту или иную игру, ну, понимаете, вы хотите, а кто-то другой, то есть вы хотите, а остальные 20 человек не хотят. Понятное дело, что нужно слушать, конечно же, тех 20 человек. В общем, надеюсь вас встретить на моем стриме. Обязательно приходите, не только по этой игре, но и на другие игры. Провожу я, как правило, по разным играм стримы. Ну, стараюсь именно делать стримы по играм, которые я снимаю. И игры, которые, ну как сказать, которые не зайдут на Ютубе, но очень хорошо заходят на стримах, то есть на долгих. На этом, наверное, все. Я сейчас довезу груз за кадром, заработаю свои деньги, буду потихонечку отдавать кредит. Всем всего, удачи и пока!